Так, кто-нибудь есть тут вообще, кто вообще, ну, прям тяжелый? Ну, имеется в виду, ну, вообще ничего не знает. Ну, прям такой, о, здорово. А чё за трял? Теоретически или практически? Практически я был там год назад больше. Просто нужно больше практики или еще теории навалить надо? Ну, теория как бы не нужна. Теорию я знаю. Вот ее исполнение может вызывать вопросы. Это уже нормально. Мы для этого и пришли. Ну ладно, будем считать, что все все знают. Так, ребят, нам нужен интераптор. Человек ответственный. Важная роль, кто хочет потренироваться. Обсираться можно. Я уже поставил крашен шот, могу попробовать сегодня. У меня на сорке додавилка стоит. Так. Можно по очереди. Так, у тебя Баржен, Баржен, да ты, да, говорил? Да, я. Ты поинтераптишь, получается, да? Тогда следующий трайк, да, Махторан. Будьте на следующем пуле? На следующем не пуле, а прохождении. Окей. Я думаю, пройти будет не проблема. Так, Рейндер, Валерчик, давайте, кому он ближе к двери. Опа, на стриме происходит обучение в S. Даник, yes, yes. Прямо туда. Это что, не Cold Rest? Почему Cold Rest? Так, ну все, погнали. Let's go. А, подожди, ну я мух оставлю. А, мухи, точно, сейчас посмотрим. Так, арканисты. 2ДК. Это сильно. Так, давай-ка я поставлю нам Бретлу. Так, ребят, нам нужен арканист, который будет нам кидать Зенос диск. Ага, то есть тебя Бретла тогда не пуль, сейчас я... Бретлу я поставлю, да. А! Объясни, чего вот Эшки делать. Вот Тэшки делает, то есть все-таки надо объяснить. Смотри, твоя основная задача подстакивать, собственно, миников. По возможности, если есть такая возможность, еще интераптить. То есть там есть два миника, один ядовитый. Ну ты вообще скажи, ты вот то есть знаешь, да, его? Есть еще тот, который с парниками. Скажи, какой у тебя опыт вообще прохождения? Ага. Ну тогда смотри, Лотис к тебе. То есть тебе надо менять приоритеты. Сейчас я поставлю аддончики, включу на этот реал, одну секунду. В чем заключается игра с приоритетами? Наша задача, чтобы убирали миники пассивно. Чем ближе к пассивному состоянию это будет происходить, тем лучше. Первый миник выходит Лотис. Ты его должен хватануть и за счет своей скорости максимально быстро подстакать под хвост. Но самое главное, чтобы ты не заводил прямо в босса. Потому что текстурка босса будет перекрывать текстурку миника, и его будет трудно забашить интераптором. Соответственно, ты его подстакиваешь. Для того, чтобы его подстакать, надо очень... Он будет улетать периодически в разные точки. Ты должен, во-первых, у тебя, чтобы был агр в этот момент, да, на него наложен. Но ты при этом знаешь, что сейчас будет телепорт у него. Ты заранее кидаешь агр. Он улетает от тебя далеко. И ты за счет аутрейнджа убегаешь в какой-нибудь угол. Да, для того, чтобы он побежал к хвосту. Так как он должен тебя атаковать, но не может атаковать, он вместо того, чтобы делать какие-либо касты, начинает быстро подбегать. Таким образом, ты быстро его подстакиваешь. В этом фишка. Если ты находишься близко к нему, он тебя атакует, начинает разные всякие косты делать, подстак будет хуже. Пассивного урона будет меньше. Ты подстакиваешь Лотиса примерно вот когда у него остается 20-30% хп. После этого ты забиваешь подстакивать, если не сказано иное. То есть до энрейджа миника, каждого миника, 3 минуты. Наша задача убивать ближе к энрейджу. То есть, он как только умирает, у него, по-моему, то ли 30, то ли 40 секунд на ресет. И он снова встает. То есть бесконечно валить их бесполезно. Наша задача нанести именно столько урона, сколько нам нужно. Как только ты Лотиса пассивно продамажил, мы продамажили, нормально подставили ультимейты к этому, для того, чтобы его профигачить. Мы начинаем фигачить Фелмса. Фелмс... Мы для этого и собрались. Мы для этого собрались. То, что будет плохо, я тебе... Ты не обижайся, я буду много, скорее всего, этот, как его... Тыкать на тебя пальцем. Тыкать пальцем буду много, потому что вот Эдди самая важная роль. То есть тебе больше... То есть от тебя зависит, как эти миники будут умирать, по большому счету. Соответственно, просто еще главное запоминать, да, тебе надо делать это все быстро. Фелмс, например, прыгает. Тут он прыгает...
Один раз назад, потом один раз вперед и снова назад. После этого он подбегает к группе. Тебе важно, чтобы на нем уже лежал таунт. Ты заранее на него кидываешь и сразу встаешь на исходную позицию. ДДшки мы заранее кладем туда доты. И когда он дойдет, останется секунд 12, пока мы можем наносить урон. Это в идеале. Возле босса, да, но не под ним. Да, да, да. Это обоих миников так. Да, то есть вначале у тебя приоритет Лотис, потом Фэлмс, потом снова Лотис и так далее. Но в идеале, в принципе, когда мы сейчас немножко подтянем уже навыки, в принципе, мы один раз стакаем, убиваем миников и все. Но это в идеале. Сейчас посмотрим, что у нас по группе. Квинки, привет, рад тебя видеть. Лену тоже привет, рад вас видеть. Как ваше настроение? Так, ну что, давайте рейд чек быстренько. Я дрейн, только сперва это... Да, ты дрейнишь только сверки. По минику, ну, слушай, вообще не надо. Вообще нет смысла в этом. Каннибальчик. А позиции по кайту будем делать? Позиции по кайту, да, конечно, ребята. Поставьте, пожалуйста, циферки в чат, какие позиции вы занимаете. Пятерка для интераптора. Спасибо, что задали вопрос, что-то я не сориентировался. Четвертое еще осталось. Все распределились. Рейдчек мы провели. Вопросы какие-то еще есть, ребята, перед тем, как начнем? Еще, почему айсхелпер не работает? Че не работает? Айсхелпер, аддон. Работает. У меня я тоже не показан. И даже установленным. Включено, у меня тоже самое. Айсхелпер, вы не Асайлум трекер имеете в виду? Просто блин, я... который. Хелпер, блин, я им не пользовался, если честно. Я по старенькой трекерам и панелью. Да. А цифры кто показывает? У вас хелпер же показывает, вроде нет? У меня вот именно, он цифры не показывает. У меня в панели все показывается с цифрами. Раевска, ну это я использую уже много лет его, так что про хелпер я даже не знаю, не подскажу. Но я могу предположить, что такое может быть из-за того, что язык некоторые аддоны на кириллице плохо работают. Нет, когда именно Reload UI делает, он показывает, когда бой начинается, он перестает показывать, пока снова Reload не сделаешь, даже если мы... ну, так сказать, вайпнемся, все это, он все равно перестает показывать. Равно ваш аддон. Ставьте в старую базу. Я не знаю, если какой он так криво работает. Но стандартный аддон вообще считался здесь Asylum Tracker. Он показывает почти все, что необходимо. Рейлы, как правило, используют Asylum Sanctorium статус панель. Там есть на каждого миника на все их механики таймеры. Кстати, Asylum Tracker у меня тоже есть, но он же цифры не показывает. Трекер нет, не показывает. Это просто анонсы. Ну там есть три цифры, но... Работает. ISDopper работает. У меня все видно. Это значит какие-то личные... Это какие-то личные проблемы. Ну, давайте, я думаю, начнем, потому что вот эти всякие темки с аддонами, конечно, все очень интересно. Давайте, погнали. Прибав. 3, 2, 1. Заточила шавуху, прекрасное строение. А с чем у тебя шавуха была? Расскажи поподробнее, пожалуйста. Валерчик, дай горн, пожалуйста. Сейчас прыжки будут. Харль, никогда не уходи на прыжок назад. Первый прыжок у тебя всегда будет назад. Если хочешь засейвиться, вот ходи наоборот вперед. Что? Три трупа на прыжках, это, блин, мощно. Сверхход. Я риснул харда. Остальные по сверке, пожалуйста. По сверочке, ребят. Дыхание в группу. Если дыхание в группу, бегемот, пожалуйста, говори об этом. Потому что люди... Я... Это вопрос не агро. Это не связано с агро. Хочется, как будто резистов, что ли, не было. Давайте разрисывайтесь, ребят. Быстрее. Бегемот, он разворачивается в группу, если ты слишком близко подходишь.
У него текстура гораздо больше, чем он выглядит. У тебя ручки, видишь, такие над тобой висят, а по факту под тобой текстура. И ты когда к нему подходишь в упор, для него ты оказываешься этот, как он? Для него ты отказываешься внутри. Бля, ребят, давайте вы чуть-чуть поменьше будете умирать. Мои полгруппы трупов и до сих пор не отрисались. Это Атас. Бля, сейчас еще второй миник же выйдет, да? Вторая прыжка. Снимите, пожалуйста. А у нас мажор вольный вообще никакой нет? Не, нету. Это, бля, Валерчик, честно, это меньшая проблема, которая сейчас есть. Да, вообще, вторые. Вообще тупо меньшая. Вообще, да, я бы даже сказал, это не проблема. Я концентрируюсь. Я с башей. Пожалуйста, отрезаем, ребят. Вайдел, ты очень как-то много умираешь. Я прибежал, чтобы РНЖ застапить. Ну да. Понимаю. Понимаю. Вайп. А, подожди, я понял, что ты сюда прибежал. А умираешь-то ты от чего? Умер я, сейчас отдыхаю. Ребят, побыстрее, пожалуйста, в электричество зайдите, под дыхание, да, быстренько умираю. Первый раз умер от дыхания, потому что он развернулся, дыхнул. Второй раз убежал. Да, ребят, пожалуйста, не забывайте, пожалуйста, что вы находитесь в голосе. Он создан не только для того, чтобы оправдываться, а еще чтобы предотвращать ситуацию, да, которая у нас происходит. Соответственно, если дыхание, я не говорю, если дыхание идет в группу, надо быстро об этом сказать, чтобы ребята сделали хотя бы дольше из этой точки. Ну, то есть люди могут смотреть в другие стороны совершенно. Не в... Как его скажите? Не на босса в этот момент. А время на реакцию нужно. Да, я слушаю. Ворлок, прошу прощения. У меня стоит матрикатализатор. Я еще видел, что елка и тремор. Может быть, не стоит там уже ставить? Да, елка стоит. Переставить. Ты можешь елку переставить, все. Так, давайте. В принципе, похуй, ничего не меняй. Ребят, зайдите все в красную чемпионку. Я хочу, чтобы все абсолютно поставили. Тут есть такая звезда, называется Spirit Master на центре, которая увеличивает скорость реса. Я не шучу, абсолютно не шучу. Мега не шучу, поставить всем. Да, хила не касается. Все у всех ДДшек звезду на рез, на скорость реза. Я хочу, чтобы она была у всех. Тут такое количество смертей, что тут надо очень быстро рисать. Так что я вас очень-очень прошу ее поставить. На английском она называется Spirit Master. Находится наверху слева. Левый рок. Если смотреть на воина. Я не знаю, как на русском, ребята. По описанию посмотрите. Левый рок, я думаю, вы можете на портрете найти. А, на шлеме что-то этого. На шлеме чувака. Видите, на рогах его. Кожа вроде. На левом, да. Рогу. Большая такая звезда. Активно ее поставить надо. Харди, я заметил, ты когда отбегаешь, ты как-то стоишь там в блоке под всеми этими прыжками. Есть два варианта, когда начинаются прыжки. Первый, ты или уходишь в сейф-зону, это лево или справа. Вот где мы сейчас стоим, это сейф-зона. До вот этих вот металлических клепок. То есть ты можешь убегать сюда. Второй вариант,
для более скиллованных ребят, атакает туда-сюда. То есть он, ты представь зону, да, вот он начинает, он стоит справа и прыгает, соответственно, налево, потом обратно направо. Если ты станешь где-то на середине и будешь туда-сюда мансить, ты можешь как бы уворачиваться. Но каждый удар по-хорошему блочить, когда он именно падает. Соответственно, твоя задача, когда он прыгает назад, сделать шаг вперед. Когда он прыгает назад, делать пару шагов назад, прыгнул в другую и так далее. Вот, короче, вот так ты мансишь туда-сюда. Можешь на меня посмотреть, как я двигаюсь. Поймешь, в чем суть. Стоять в блоке, вот так вот принимать прыжок, это... Тебе лучше на танке было играть. Все звезду поставили, ДДшки? Да. Шоколад, блядь, давайте. Погнали. Прибав 3, 2, 1. Скип, дай Егор, пожалуйста. Верена единица. Бля, красная звезда, тупо топ. Можно, конечно, правда, еще и в Кагренак надеться, чтобы вообще по кайфу было по шоколаду. Харди вообще умирает, тупо как не в себя. Прыжки, ребята, на исходной позиции. Ой, то есть на сейф позиции. Бля, просто Валерчик, бля, в танке там вообще стоишь. А я тренирую. Сфера выход. Понимаю, что я могу позволить себе, а нет. Вайт, ну прожми кнопочку. Ага, хилище, хорошо. Сфера на выходе. Давайте вайп. Вайт, смотри, следующая ситуация, да? Пока что не подстакал ни разу еще. Ни разу. Вот ты сейчас загорел Фелмса, да, Вайт Девил, и пытался его подстакать. Как ты говорил, приоритет у тебя стартовый, Лотис. И Давид, ты его стакаешь. Фаунс, ты просто агришь. Тебе надо очень быстро бегать. Понимаешь? Быстро все стакать. Как стакать? Аутрейнджем. Давай потренируемся. Давай. Выйди вот сюда, где у нас стоят эти мобы. Вот этот справа, это Фаунс, который здесь стоит. Выйди сюда. Вот это Фаунс. Вот это Лотис. Тебе надо стакать вначале вот этого с посохом. Типа. Бежать сначала, в какую позицию. Все очень просто. Outrange, линия, гейм, знаешь, линия. Ну да. Он будет идти, он не пойдет. Вот ты стоишь, вот представь, вот я этот Лотис, вот ты. И он пойдет, это программа компьютера, он пойдет по кратчайшему пути. Вот куда ты встанешь, туда он упадет. Встал вот так, все, я пойду прямо вот так. Хочешь меня повернуть, блять, встань вправо. Я пойду вправо. Все очень просто. Соответственно, он тебя. Я про то, во-первых, куда стакать именно слева, справа от босса. Я как и говорил, под хвост. Просто под хвост, да, ровно? Ровно под хвост, все верно, да. То есть мы, наша задача, говорю еще раз, пассивно, мы бьем босса. Мы стоим полукругом босса. Соответственно, все линии нашего урона соприкасаются у него к хвосту. Соответственно, это и есть точка стака, куда мы все будем наносить урон. Дальше что-то, ребят, смертей очень много. Следующий вопрос. Так, по ХП. По ХП вроде все нормально. Дальше. Ребят, зайдите, пожалуйста, теперь в очки героя, блядь. В синюю вот это созвездие большое. Да? Там прекрасная женщина-маг. Вот у него между двумя сиськами есть звезда. Пожалуйста, вот в эту звезду тыкните, пожалуйста, и скажите, взята ли у вас звезда внизу. Называется приготовление, preparation пассивное.
Кто не взял, ребят, кто не взял, об этом не говорите никому, иначе, блядь, вами никто будет за руку не здороваться. Пожалуйста, обязательно ее прокачайте, потому что пиздец урона. Я просто смотрю, как люди умирают каждые 5 секунд. Это что-то очень много. Вы вас я просто... Понимаю, уж... Меня на прыжках убивает, хотя я стою в самой жо. Так это не хорошо, что в самой жо, это наоборот, как бы минус скорее. Во-первых, на прыжках. Что бы хорошо, например, было бы от Валерчика. Валерчик, побольше исцеляющих лучей, прям бахай. Угу. То есть не концентрируйся на самовыживаемости, там, то, что на тебя он прыгает на лицо. Ты наоборот, лучше на прыжках, уйди в сейф-зону, чтобы этих, как его сказать, омулей поднимать со дна, понимаешь? Вот в себе. Ты, то, что ты выживешь, там бэку-то делать нехуй. Ты помоги людям, бля, выжить, понимаешь? Дальше, соответственно, я пока рекапы не смотрю, что там вас убивает, но вот, например, Харди, ты на прыжках умираешь. Все, кто на прыжках умирает, смотрите, босс прыгает. Вот когда он в полете, ничего не происходит. Только он падает на землю, по всей арене проходит урон. Он блокируется. Соответственно, вы можете нажать блок. Дальше, арканисты. У вас, во-первых, если вы, например, не используете щитованную книгу, тоже об этом никому лучше не говорить, руку тоже жать никто не будет. Щитовая книга. Нажали книжку, блядь, 20 тысяч щита. 24 тысяч щита, и при этом вы наносите урон. Вам на эти прыжки становится тупо похуй. Если вам вдруг все-таки не похуй на эти прыжки, у вас еще есть тентакли. Аккуратненько целитесь в босса, вы отпускаете тентакли, высасываете всю жизненную силу из шестеренок, и вы бессмертны. Вы можете просто, блядь, вот так вот к боссу прицелиться, раз, блядь, нажимать одну кнопку, и вас не убьет. Даже если вы блок нажимать не будете, да? Тоже очень полезная штука. Вы, главное, не паникуйте. Вы какую-нибудь из этих кнопочек нажимаете, лучше самый, один из самых простых вариантов, и вас не убить. Понимаете? К арканистам больше всего вопросов будет. Да. К МТ можно заходить, к примеру, чтобы лотиса подстакать? Да. Ты вообще можешь как угодно бегать. Я понял. Главное, чтобы подстакал, да? Да. То есть, вот, например, пример, лотис телепортируется вот сюда. У тебя точка примерно, да, тебе надо отойти примерно вот туда, чтобы подстакать под хвост. Ну, даже, я бы сказал, даже больше в босса. Да, соответственно, ты вот прямо его, вот, лучше всего, чтобы ты заранее, у тебя был бы таймер, да, ты знаешь, когда скоро телепорт, заранее кидаешь таунт, он улетает, и ты сразу уже, ну, примерно смотришь, куда он улетел, зафиксировал, если хочешь, на него поставь какую-то меточку. Вот он появится в бою, там, нажми таб. Поставь на него кружочек какой-нибудь, треугольничек, чтобы ты его прямо видел, да? И такой, ага, вот он где у меня, чтобы ты не терялся. Я просто его старался ставить так, чтобы к МТ не заходить. Да заходи, не стесняйся, ты его там ничем убить не можешь, это он тебя может убить там, как-нибудь, постараться. Давайте, погнали. Рибов, 3, 2, 1. White Devil, да, пожалуйста, Горн. Сейчас готовьтесь к прыжкам. ДДшки, можете сразу чуть вперед выйти. Вот сюда. Или налево сразу отойти, или направо. Все, прыжок идет назад. Сейчас будет вперед прыжок, соответственно. Бля, не успел. Бля, Харди. Все пойдет в твое личное дело. Я понял. Может, щитом пробивает все-таки. Ну, он там просто 4 раза прыгает. Ну, просто один раз его еще обновить, и будет вообще шоколад. 4 человека на первых прыжках. Я только включил. А бастион взят у тебя? Ну, звезда такая, на увеличение щитов. Красный, который? Да. Я. Да не взято, не взято, я знаю. Не взято, я ее поменял на этот, на как он называется, на воскрешение. Вот сейчас хорошо. White Devil стоит сейчас, заебись. Серьезно, вот теперь снова его так подстакивай. Ебать. Я только сейчас понял, что я качу вообще не на своем месте. Бля, прошу прощения. Да пиздец, я преступник. Бля, я босс. Сфера выход. Прягри, босс. Во, все, молодец. Лотиса подстакал, все красиво, в темп, респект. Больше не подстакивай, он сейчас улетит в гроб. Нам прыжки этого не нужно. Сейчас. Прыжки, бегом, блядь!
Блять, Харди просто ушатывает. Теперь Фелмса подстакивай. Лотиса просто агри и подстакивай чувачка с парниками. Вот сразу после прыжков. Вот только он пропрыгал. Бейте, ребята, с парниками, чувачка. Где он там упрыгал, куда? Сфера выхода. Вот, и тащи его, тащи. Все, Фаумс, пожалуйста, ребят. Можно сдать ультимейт, скип, дай, пожалуйста. Блин, здесь не ста... Я Барат, да сдавай. Если ты мертвый, то скажи другому сдать. А, ну ты не усложняй коммуникацию, говори людям. Сфера просто выхода. Дайте следующий, или посмотри, валяющий, дай ты. Сейчас он прыгает. Мне просто прости, я тоже смотрю тут за большой бандой трупов. Так, где ты вообще? А, ты впереди, да? Все, риснули тебя, шоколад. Так, куда он прыгает? Ага, Лотис уже помер, я понял. Ждем Фамс, сейчас он должен скоро подходить, идет спереди. Прыжки улетели вперед, это нехорошо. Бьем Фамса. Бьем Фамса, ребята. Сферу игнорируйте, с Фамса, пожалуйста, разъебите. Разрез. Сфера плюс разрез. Ебать. Жестко. Бля, вообще хила нету. Хилов надо вайп давайте. Атас, конечно, жесткий, ребят. Смертей просто пиздецки много. Вы тайте от всего. Просто от всего. Смотри. Смотрите, мега секрет сейчас рассказывать буду. Бегемотик умираю. Смотрите, мега секрет. White Devil, прежде всего для тебя. Вот начинается кайт. Электрические вот эти всякие шляпы падают. Ты сейвишься точно так же, как сейвится мейн танк. То есть там есть зона, вот он когда вверх прыгает, да, у него есть два элемента. Те, которые они электрические волны пускают по земле, и те, которые бросают сверху. Просто где тогда стоять мне, чтобы кайтить? Чтобы другим не мешаться. Да я пытаюсь договорить просто. Да? Соответственно, для того, чтобы не получать урон, ты подходишь ближе и получаешь только те, которые идут по земле. Они идут по кругу. То есть ты максимум получаешь одну или две. Твоего хп как танка хватает, без проблем ты пережить, и все, ты там стоишь. И да, я понимаю, миника надо держать в конкретном месте, но ты в этот момент игнорируешь это, и все равно встаешь поближе к боссу, к центру. Миник у тебя немножко сдвинется, да, но ты, по крайней мере, не получишь урона. То есть бегать тут кругами не надо. Землю вот этот шпиль идет к нему ближе вставать, чтобы не падало на меня, да? Да. Если ты станешь к нему близко... то ауешки сверху на тебя падать не будут. То же самое делает МТ. Он точно так же поджимается, и ему не страшна эта механика. Тут все хорошо или все плохо? Пока все плохо. Давайте, погнали. Смертей, там, типа... Торрен релоудит. А, да, человек писал. Ну, что поделать? Я догоню. Что поделать? Прыжки сейчас. Прыжочки, ребята. Ахтунг. Офигенная фича, спасибо. Махей, здорово. Сфера надеется. Господи, блядь, серьезно? Я еще не риснулся, в меня влетел болт. В меня влетел болт, короче, летел, в которого летел другой человек. Влетел другого человека. Харди на прыжках, Макторан на прыжках. Вот сюда встаньте, бля, вот показываю вам. Вот здесь и все, и здесь стойте, бля, вот отсюда дамажьте. Я вас прошу. Хватит умирать. И прыжки, возможно, сейчас. Просто вы поймите, вы когда умираете, вы не только не дамажите, еще люди, которые вас рисают, не дамажат. А тут все на тайминге.
Тас. Сфера центр. Босс на мне. Это шоколадно, бля. Лотис надо подставить. Опять случайно. Через вход, через хвост не таунти. Не, Харди только на. Харди только на прыжках я еще. Постоянно ставит там не обязательно. Сфера вы. Бля, мне точно. Мне нужен, короче, мне как гренак, я чувствую. Умер хил. Танк мертв. Хорошо, давайте вайп. Атас. Классика, но с оленями. Недавно пробовал ашауха на тарелке. Типа разобранная, прикольно. Блин, ты что, угораешь? Ты первый раз в жизни пробовал шаверму на тарелке? Ты угораешь, что ли? Кэсси, привет. Перл, перл плюс Кагринак, хороший стаб для Рейла. Бля, у нас есть, кстати, перл, интересно. Так, Бегемот, это в каком сетапе? Еще раз напомню, каталист плюс что? Каталист, елка и чешуйка. Могу ага. Одеть любой. Сейчас, Вайдевил, а ты в чем? У меня Инкратис, Алла и ПАшка. А, вместо Йолнакрина, пожалуйста, Бегемот одень, Перлассент. Есть? Я могу одеть, если нужно. Не-не, нормально. Нам елка особо не нужна. А вот перлесцент нам пиздец как нужен. Принято, для бонуса к дамагу, я так понимаю. Я думаю, нам еще нужен этот кагренак. Я думаю, нам не... Я все думал сделать, если честно. Что такое кагренак? Это сет, который позволяет быстрее рисать. Я всегда его на обучайке. Каннибал, у тебя позолоченный даже есть. А ты хорош. Не, это из-за дона чекнул. А, из-за дона? Я понял. Прикиньте, если... Я готовился. Плара взять и звезду. Давайте. Взять. Там рез практически моментальный. Моментальный, да. Давайте, погнали. Рибаф. 3, 2, 1. На пларе. Ну, это план, кстати. Вообще капкан, кстати. Реально. Для АЭСки, для обучайки. Самое печальное, как будто уровень АЭСки, как будто падает. Ну и вот это новое поколение ребят приходит. Я помню, в какой-то момент вводил долго АЭСки. И много на стримах там и так далее. И там прям, ну, видно, качество очень сильно выросло. Харди не хочет меня слушать, конечно. Горе ему где стоять. Не хочет, не хочет, не хочет. Ага, хорошо встал. Валерчик, дай, пожалуйста, Горнецкий. Прыжки, 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 исходник. Спасибо за фоллоу, ребят. Это хилу, это умер. Сейчас рисну. Я отойду в другую сторону. Там все прожил. Быстрый рез тупо решает. Серьезно? Меня убило дыханием из-под текстуры? Ах ты сучка, ах ты сучка. Все равно
Я у него тупо упал под жопу, и там, видать, кусочек, блядь, доставал чисто для меня. Задуло. Случайно. Вчера был международный день шаурмы. Я праздновал сегодня лично. Надо тоже будет отпраздновать. Это прекрасное дело, если честно. Не подстакивай. Подстакивай только Фелмса. Фелмса, ребят, дамажим. Похуй на сферу. Фелмса, ребят, надо немножко подамажить. Пока он здесь у нас находится. Еще 4 секунды. 3 секунды. Целых 2 секунды. 1. Все, давайте. Рисаем. Рисаем мега-воинов. Я рисаю Харди, пожалуйста. Язвенника тоже рисните. Ебать. Ну вот это, блядь, вот это вот пинг-пинг, блядь, и это вообще жопа. Разрез, разрез, плотный, плотный. Телефон. Лотиса, пожалуйста, положите на лопатки, чтобы не мешал. Что-то я понимаю, что тяжело идет. Давайте немножко простим. Все, отлично. Фелмса работаем. 2 секунды целых он здесь еще будет. Отлично. Сверху пока пробиваем. Она у нас на входе. Пробили. Макторен надо риснуть. Отлично. Ебать. А я там не там опять качу, да? Бля. Сфера. Сфера выход. Фаунса работаем. 4 секунды. Фаунса работаем. 4 секунды. 2 секунды. 1 секунда. Сфера плюс разрез. Он забагался? За трупа, что ли? Пеннибал арестован. Прыжки через 2%. Да. Фэлмса работаем. Фэлмса работаем. Плотно ультимейты сдали. Сфера выход. Сферу игнорируем. Фэлмса работаем, пожалуйста. Сферу не бить вообще, сферу не бить. Оставьте ее, блядь, в покое, я вас прошу. Фэмса, поебашьте, пожалуйста. Он сейчас уже в анрейдже. Его надо срочно убить. Это хил упал. Это хорошо. Фэмса, пожалуйста, бить. Почему он бегает, блядь? Почему он не встанет в одном месте какой-нибудь? Байп. Очень много передвижений, Фэлмс. Очень много передвижений. Притом там, где вообще ничего не происходит. Просто кругами бегает и все. Урон очень плохо будет наноситься в этой ситуации. Ну еще, конечно, когда половина группы лежит постоянно трупами, тоже, конечно, урон хуево наносится. Ребят, давайте, пожалуйста. Какой дом показывает отчет? Из-за телепортов. Тот, который показывает. Asylum Sanctorum. Статус панель. У меня показывает он. Вы какие аддоны используете? Я не знаю. Asylum Tracker тоже показывает. Он пишет jump и за 5 секунд прыжка начинает. Ну, прикол в том, что у меня... Раз данг живой был? Он живой. Статус панель есть, но он опять же... И он забагался по ходу. Слушай, ну... Я... Как агрить, я сразу скажу. Я, к сожалению, ребят, проблемы с аддоном не чиню. Не обладаю данной классификацией. Давайте. 3. Отчет. Я хотел момент еще один сказать. Он нас давай. Многие любят кайтить вот аж за вот этой штучкой, где сфера власти. Они аж вот сюда забегают по кайтине, но... Ну, нет, когда смысла. Куча луж лежит, по-другому не покайтишь. Тут важно, чтобы вы тоже умели очень хорошо кайтить. Если вы слишком далеко убегаете, это уже не то, чтобы хорошо. Ладно, да, не буду объяснять. Давайте погнали. Прибав. 3, 2, 1. Где там, блядь, Харди? Дайте-ка мне на него посмотреть. Вот он пропал вообще. Я его вообще не вижу, блядь. Он спрятался от меня. А вон он стоит, блядь. Сфера сзади.
Стоит, лежит. Да. Прячется от меня. Ну чё, мы сейчас за ним последим. Бля, надо на него поставить как меточку, бля. А то мне что-то безумно не нравится, как он, конечно, что делает. Там не то, что понимание, там... Я потом спрашиваю, есть люди, которые вообще не понимают, что происходит? Молчит. Я только не знаю. Не знаю, где в итоге правда. Ребята, если на вас бласт падает, вы, пожалуйста, не бегайте с ним, вы просто встаньте. Все, этого, блядь, достаточно. Валерчик, прыжки такие, это просто трындец. А я не знаю, почему он первый-то... Он, где он положил второй, я там был, типа, изначально. Но он прыгнул на фронт, почему? Так вот это вот сзади, которое тебя не смущает. Которая слева от тебя гигантская лужа только что лежала. Ну так, а что, не туда ложить ближе? Конечно, конечно, не туда, лол. А когда куда катить-то, лол? Валерчик, давай ты будешь их раскладывать. Ты будешь их раскладывать за фонарями, блядь. Это не за перед фонарями. Хорошо. Конечно. Ну там бегать негде вообще. Там впереди ядовитая лужа, а сзади этот. От Фелмса. Куда ребятам-то бегать? Они сами-то учатся еще. Я понимаю, если бы это была группа каких-нибудь ёбарей, блядь. Да, я понял. Просто когда я стал дальше, мне казалось, он плохо на меня прыгает, но... Возможно... Так он наоборот на себя плохо прыгает от того, что ты близко стоишь. Ты просто проведи... Давай проведем геометрическую историю. Вот предположим, сейчас где там этот суппорты? Бля, у меня не покачано. Ну представь вот точку, вот центральный, видишь квадрат? Вот ты, вот туда стакует Фелмс. Не, я не про этот квадрат. Вот центральный квадрат, видишь, именно на поле, где сферы появляются, да? А ты стоишь вот на этом заднем квадрате и принимаешь там. Вот ты мне скажи, блядь, а вот если у нас ДДшки, блядь, ужимаются сюда в угол, кто дальше, блядь, ты или ДДшка от Фелмса? Поэтому они на тебя не прыгают, блядь. Он прыгает на ДДшек в боковину постоянно, блядь, на кого-то, а потом упрыгивает, например, ну не знаю, на фронта. Хорошо. За фонарями. То есть первый прыжок ты можешь куда-нибудь вот сюда укладывать. Второй просто вот сюда укладываешь и все. Ну хорошо, если попробуешь, он будет прыгать на ДДшек, я сообщу. Так, ребята, важный вопрос. Кто катит на шестой позиции? Мактурен, да? Мактурен, да. Ты можешь на третью позицию перейти? Хорошо. Спасибо большое, а то мне это... Перегруз. Так, где это вообще Харди, блядь? Вот он, блядь. Да, Харди, держи, блядь, звезду. Ты будешь сегодня звездой рейда, блядь, пиздец. Я буду за тобой следить, что там кнопки какие прожимаешь. Давайте, погнали. А то меня смущает, блядь. Прибав. 3, 2, 1. Сейчас мы будем вскрывать товарища Харди, блядь, что он там делает. Так, подстраивался под попку. Подождите, а он успел как-то... Он успел доты положить и на стакать и книгу кинуть? Так. Две тентакли, книга. Так. Смотрим. Прыжочки начинаются. Тентакля, блядь. Тентакля додж, блядь. Книжка пошла. Бля, живет как-то, смотри. Я начал следить за ним, он что-то там, блядь. Тентакля. Щит. Блядь, пока выжил. Так, ладно, последим. Оп, блядь. Сфера входа. Мы его сейчас найдем, блядь. Блядь, скам так бежит, видели? Вообще агрессивно. Прыжочки. Где мой сладкий? Бац, нахуй, бац. Харди, нажми хоть одну кнопку, солнышко. Ты с момента, как начали прыжки, ни одной кнопки не нажимал. Ты в курсе, что когда блок зажимаешь, ты можешь и кнопки нажимать? Попробуй нажать блок. Это очень полезное знание. Позволяет тебе не умирать. Чё говоришь? Стамина закончилась, поэтому не хватило. Стамина закончилась. А ты ман-арканист? Нет. Еду какую кушаешь? На здоровье и реген стамины. У тебя закончилась стамина? Ага.
Понятно. А баночки-то пьешь? Да, да, да. Чисто стентакль, что ли, заканчивается? Это хил лежит. Я вытолесну. Я электричество придам. Вот тебе так бегемот нельзя, кстати, разворачивать босса, если что. У тебя электричество будет улетать. Я думал, хилашку подняли. А я его так подниму. Я его и так подниму. Ну что, трудно, что ли? Эбби, давайте разрезайтесь быстрее. Ё-моё, чё так плотненько-то? Харди, у тебя 10% хп, а ты лучше вначале хп восстанови, прежде чем рисать. Хорошо. Фелдс снова не в таунте. Так, Харди, у меня ещё к тебе вопрос. Ты нажимаешь только два скилла. У тебя на другие скиллы есть на панели? Дорожку кидаю. Точно? Конечно. Просто я вижу немножко другое. Вай Дэвил, переагрел на себя босса. Там же написано, буря это буря, бля, ребят, что за вопросы нахуй? Просто огромный урон от нее приходит такой. Давайте, вайп. У нее прилетает 50 тысяч, как я тогда выжить? Кто спрашивает, что за позиция? Я по голосам плохо ориентируюсь, простите, пока. Алло. Прием. Алло. Ладно, повторю еще раз вопрос. По буре, кто спрашивает, какая позиция? Я говорю, рейндир, четвертая позиция. Четвертая позиция. Как выглядит буря? Четвертая дым. Тебе когда наносит урон, ты видишь, от чего ты умираешь? Улетит от босса куча этих, типа, крутых стариков, типа. Да. Вот я спрашивал, кто вообще не отдупляет, что здесь происходит? Вот эта механика называется кайт. Вам необходимо, собственно, раскладывать эти лужи. Сверху от босса вылетают электрические шарики. Необходимо. Начинается кайт. Бля, сейчас босса не бейте, короче. Я не знаю, кайт вообще будет? Нет, не будет. Смотрите. Начинается кайт. Вы стоите на своих позициях. Мы, собственно, распределились на как раз этих позициях, на циферке. Вот, например, позиция 3. Но по кайте вот здесь вот у нас стоит, да, вы бьете босса. Вам написано кайт 5, 4, 3, это таймер для этого кайта. Как только он взмывает вверх, вы начинаете пятиться назад, не останавливаясь. Опытные игроки могут на одном месте это все раскайтить, в маленьком квадратике. Вы пока только учитесь, вы назад просто отходите, не обязательно в блоке. Ну вот, например, я ухожу и лучом дамажу, да, вот так вот. Соответственно, передо мной, в мою старую позицию постоянно будут пролетать лужи. Задача, собственно, кайта и заключается, что вы их обводите кругами. То есть вы, если она каждый раз, когда у вас попадает, она увеличивает урон. То есть первая нанесет там 10, потом другая 20, другая уже там еще больше. Суммарный урон будет большой. В конце концов она вас шотнет. Что такое кайт, я понимаю, да. Я просто в такой огромный урон мне не влетал. Видимо, я просто на месте стоял, все понял. Я забыл, ну, если случайно что-то пролетело, даже боковое, то есть там есть два элемента. Одна, которая сверху падает, другая, которая по земле летит. Пас. Несколько совпало уже, все это больно. А, может быть, просто я совпало, да, моя чья-то еще, все понял. Просто я кайт перерывал, первый раз упал за него. Смотри, думаю, хорошо не успел записаться, от всего это уклоняться и еще и дамажить. Сложно, по ПЦ. В смысле, под лучом и полный ХП я все равно убил. Так. Ну давайте, погнали. Прибав. Так, все, подожди, стой. Так, Харди, а ты мне можешь скинуть? Сейчас релод, сделай быстренько. Давай. Харди, а ты мне можешь свою панельку скинуть? Что там у тебя стоит? Просто я смотрю на тебя, вот прям вот, и смотрю, у тебя идет Тентакля, книга. И у тебя вот постоянно вот так. Я тебе скажу, тентакль довольно дорогая. Если ты будешь вот так вот нон-стопом ее нажимать, у тебя все быстро закончится. К этому добавляется дорожка обязательно. Оружка добавляется. Какую-нибудь там рунку магическую можно кинуть дополнительно. За магию, например, да? Рунку твою классовую надо кинуть. Ну, ты их просто не кидаешь, есть что. То есть, если ты мне будешь рассказывать, что ты ее кидаешь, ты, Миша, проверь меня. Я достаточно глазастый. Не, руны никак...
только классовую кидаю урону. Какую? Это на урон? Сейчас скажу. Грозная грозная урона. И Вигор у меня стоит на второй панели. Вигор. Вигор тебе не нужен, у тебя есть тентакли. Можно? Вигор тебе вообще не нужен. Че на секунду можно? Я логи, ну, я лайфлоги пишу. Я бы посоветовал ему слетать и изменить лазер на, ну, на щитовой. То есть Каннибал. Ой, да. Да, пожалуйста. Хард, слетай, пожалуйста, поменяем морф. Книги. Да. На щитовой. Это важно. И навсегда его оставь. И навсегда его оставь, да. Сапоги кораллового течения. Это жестко. Галатийский урмак. Смертоносный. Куртка. Оружка и... Замаскированный охотник. Я тоже так слетаю, рунку переморщу. Давайте, давайте. Пошустрее, пошустрее, уважаемый. У меня руна на стяжку стоит просто. Забыл перепоминать. Да, скиллы у тебя стоят нормально. Вот я бы только клич убрал. Тебе его не надо нажимать. Поверь. У тебя есть тентакли, она тебя лечит. Почему в Асайлуме трекере нет прыжка Лотис? Это к разработчику. Я отключил воду, не просто. Нет, я вот сейчас копаюсь, там и не... Вот прыжок... Взял Иммортала, все ачивки, и фиг меня сюда загонишь. Но если только силой. А мне нравится Эрмис. А мне нравится очень этот трел. Я прям с кайфом. Не, я не говорил, что есть найдут, я сказал, что не надо об этом говорить. Ты большой молодец, сказать же тебе надо. Спасибо, да. Просто я стою, его держу, держу, и он пух, испаряется. А так я хотя бы буду знать, что пора башку на 360 крутить, смотреть, куда он прыгнул. Трекера вроде нету, там надо... я по панели смотрю это обычно, если надо. Но я редко на позиции, когда это надо смотреть, если честно. А потом со временем, когда ты в хорошей группе будешь играть, ты так вообще смотреть не надо. Ты один раз подстакал, блин, ему хп снесли 90%. Ты наоборот дышишь, ну там, я не знаю, плакаты ему показываешь, чтобы он не подходил, блядь, наоборот. У тебя на лице кайф написан, конечно, но это обучающе просто, тяжело. А так, когда в нормальной группе, нормально, я кайфую, честно. А так, если честно, я сегодня в 5 утра встал, если что. И спал всего 4, поэтому у меня, собственно, осадок. Так, кто у нас, кого еще нету, давайте посмотрим. Так, Рейндер подбегает. Давайте, come on, ребят. Надо босса убивать. Уже целый час сидим, а что-то вообще как-то плохо идет. Раньше, я помню, за одну обучайку раз 5 убивали босса, а сейчас четко это... Блин, такой скрип. Плюс 2, да, погнали. Прибав, 3, 2, 1. Давно рейда в АС, короче, не было, я понял. Ха-мета, блядь, расслабила комьюнити. Когда здесь закрывалось все на ха. Там. Хотя, правда, и сейчас закрывается. Да, бегемотик сам расслабился. Ага, все забрал. Прыжочки, бля. Кайт. Никто не умер после прыжков и кайта? Бля, Харди, твоя книжка просто ебет, серьезно. Что-то поменялось во всем рейде, я прям понял. Знаешь, что поменялось? Бегемотик, дай горник, пожалуйста. Так, ребят, шутить пока можно только мне. Вот пройдете, блядь, можете и вы шутить. Пока не разрешено. Давайте сверху на выходе.
Смотрите, стоило человеку поставить нормальную книжку, смотрите, как шоколадно сразу пошло у него все. Я на такой отъебись нажимаю кнопки, если кто не понимает. Если у кого-то есть вопросы по ротации, ребята. Если интераптор мертв, сообщайте в голосе. Yes. Must have. Интераптор мертв. Бля, такой голос еще приятный. И ты еще молчишь. Пиздец, грех. Держу. Пожалуйста, на входе. Сверху, пожалуйста, в гроб надо отправить. Памса будем бить next раз, когда он подойдет. Готовьтесь, бля. Не нужно будет жевать Дейла. Тебе будет гор нужен, когда он подойдет. Блин, да прости, я не хотел. Шутка. Хотел. Давай, бодрее его подводи. Ребята, дотки уже положили. Все, фэмсы, бля, разъеб. Ультимейты все скидываем, бля, фэмсы в гроб отправят. Погорнить? Был горн уже, не надо сейчас, он уже улетает. Тут на один горн всего, таймера. Рисните, пожалуйста, воинов. Сверху можно пока побить, не рисает. А что, фэмс уже отпрыгался или баг был? Бак, понятно. Бежит. Давайте фэмсика, ребята. Фэмсика, прожигаем ему попочку. Можно ультимейты кинуть, да. Валерчик, по возможности закинь. Куда ты его ловишь? На язвеннике, понятно. Вайдейл умер. Язвенник, поставь его, не бегай, поставь. Ты от того, что бегаешь, урона меньше не становится, если что. Так я бежал туда. Нет, ты кругами бегал. Тебе надо просто под жопу было встать и все, здесь ставить, блок нажать. Все было бы шоколадно. Тебя бы и хилили бы, мы бы и урона больше наносили. Фэмс подошел, ребята, весь урончик, давайте, погнали. Камон. Бьем, еще 3 секунды. Давайте. Ага, все, Фэмс, отрезаем Фэмса, Фэмса добить. Кайт, ребята, покайтили. Додж. Твою мать. Пиздец, больше трупов стало еще. Да, это жестко, бля. Быстрее отрезывайте, пожалуйста. Все врез. Энрейш улотится. Загрей его, пожалуйста, он меня долбит. Он меня сейчас слайды сейчас разъебет. Сфера вход. Лотиса положите, пожалуйста. Быстрее отрез. Отрез. Мега отрез. Супер мега отрез, быстрый. Валерчик, подключайся к резу. После прыжки закончились. Похуй, подключайся. Вариков нету. Сейчас кайт будет, осторожно. Сферу не бить, отрезывать топы. И сейчас надо Фэмса положить, как только он подойдет. Фэмса, где бы он ни был, хуярьте. Это если видите, уже все там, блядь, уже накладывайте на него весь этот пироговый дворик, блядь. Давай, жарьте, блядь. В ОЕшках не стойте, они убивают. На, все. Пиздец, первую волну пережили. Первый вход. Теперь лотиса снова подстакиваешь. Бьем босса. Кайт. Харди, отпусти. Беги назад. Молодец. Рендер ясно. Сверху на выходе, пожалуйста, бьем. Вам сриснется через секунду. Не забудь про агрить, как подстакаешь. Прыжки. Сфера вход. Прыжки, на позиции. Бля, поработаю-ка я миника на всякий случай. Чисто так про додж. Интераптор мертв. Интераптор тоже мертв. Контрольте. Фамс подстакивай. На этого покемона похуй. Я понимаю, имеется в виду сейчас приоритет на Фэлмс. Вытащи его на центр, че он у тебя сбоку стоит? Никто его тут не дамажит, бля, всем похуй. Заранее готовимся. Валерчик, дашь, как только он подойдет.
Все, Фэлмса давайте. Ну, подстакайте его, подстакайте, подстакайте. Весь урон, потом отрез. Вначале урон. Разрез, плюс сфера. Там здесь разъеб. Не крути, язвенник, солнышко. Да-да-да, я отошел от всех. Отлично. Все, Фэлмса пассивно. Фэлмса пассивно. Сверху бьем. Точнее, разрезаемся. Это лежит. Босса, босса бейте, босса бейте, он спасенно упадет. Там минута еще. Сфера Лотиса подстакиваешь, Фэлмса... Задача Лотиса, главное, чтобы умер. Вообще, вообще не парься потом. Ну, то есть, если он умирает, то умирает. Мы идем на финал. Мы Фэлмса больше убивать не будем. Скоро прыжки. Готовьтесь прыжка. Готовьтесь прыжкам. На позицию уходите, кто не уверен в себе. Сверху убиваем. Фильм с ним в таунте. Сфера. Не знаю, успеем, не успеем. Босса. Бегемот. Забери бегемот обратно. Забрал, забрал. Сфера под боссом, отлично. Сука. Танк упал. Быстрый разрез. Бля, сфера такие кайфовые, бля, пиздец. И просто люди варятся. Ребят, не, не валитесь, пожалуйста, не надо валиться. У нас нет времени на разрез. Забрал. Додж, 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 додж. Сфера центр. Забей, не подстакивай уже, все. Просто по контролю его, хорошо, Лотиса? Каскайт. Фэлмса агришь, этого агришь, и все, и похуй. Хорошо? Ничего стакать не надо. Босса ебашим, босса ебашим. Босса только ебашим плотно. Валерчик, после кайта потом сдашь. Ну, то есть, после как Фэлмс прыгнет, короче. Да, он сейчас прыгает. Как подойти сможешь, имеется в виду. Бля, ребят, не умирайте, пиздец. Нет, нету возможности. Бля. Сфера на выходе, пожалуйста. Ну, вот вам горло. Ну, хорошо. Сферу тоже пробьем. Босса разъеб. Давайте, 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 давайте. Додж. Давайте, давайте, давайте. Сфера еще не вышла. Ноль. Давайте. Сфера вышла. На выходе. На выходе сверка. White Devil, Горн. У Лотиса Enrage. Хорошо. Все в босс. Все в босс, кайф. Бля, главное мне не умереть. Mm-hmm.
Так, давайте немножко пройдемся по базе. Поздравляю тех, кто закрыл, блядь, кто там бюст получил. Спасибо. Смотрите. Смотрите. Хождение Кравни Галимы. На что стоит учитывать и где у нас есть точки роста? Смертей очень много, нам надо их уменьшать, тогда можно будет говорить о стабильных нормальных ранах. На что стоит обратить внимание? Очень большой урон здесь. Проблема заключается в том, что механик очень много и они комбинируются. Соответственно, когда летят болты, они стакаются с другими механиками и вас убивают. Соответственно, каждые пропущенные болты будут очень плотно бить по группе. На экзекуте, собственно, сейчас было довольно много болтов, тоже это очень хорошо ушатывало группу. Но, во-первых, вы можете подстраховываться. Как можно подстраховываться? А, если, например, интераптор лежит и не может, например, интераптить, но при этом видит лутится. Хорошим будет решением сказать додж. Додж — это команда кувырок. Это когда на вас идет какая-то механика, вы просто ее прожимаете и, собственно, урон вам не проходит. Собственно, вот эти вот болты, которые вылетают от лутиса, это прожектайл, что-то вроде стрел. Они летят в вас, и вы можете от них кувыркнуться. Для того, чтобы понять, сейчас внимательно меня послушайте, чтобы понять, что в вас летит болт от лотиса, вы можете увидеть у своего персонажа красное свечение. Вот вы когда видите, что он светится красным, вот в разные стороны такие, знаете, яркие-яркие лучи происходят. Вы можете заметить, когда будут следующие болты. Это значит, в вас летит болт. Это значит, что вы, играя на ДД, можете это подсейвить. Что делать? То есть вам не обязательно видеть лотиса этих болты. То есть вам персонаж, да, показывает о том, что он под угрозой. Конкретно в этом триале. И вы можете нажать кувырок заранее. И где бы болт не был, с какого конца карты он не летел, вы не получите от него урона. Соответственно, на экзекуте, вот, например, бежите, видите, что у вас красное свечение. Заметьте, вот просто присмотрите сейчас на следующем файте. Если вы увидите это красное свечение, вы просто сделаете кувырок сразу, и вы избежите урон. Это очень сильно повышает вашу выживаемость. Соответственно, болты будут пропускаться. Какой бы ни был пиздатый интераптор, да, бывают факапы, бывает еще что-то. Я сейчас ресетну. Но вы должны тоже добавлять выживаемости за счет собственных умений, за собственной внимательности, пожалуйста, да? Соответственно, бласты от лотиса, которые он там иногда сзади их кидает, сбоку и так далее. Во-первых, их двигать не надо. Вы можете вначале немножко подвигаться, ну, понятное дело, потому что еще не знаете, что он на вас упал. Но вот вам написалось, что на вас бласт. В этот момент вы встаете в этом бласте и нажимаете блок. Ну, и там нажимаете, там, можете щиты нажимать, да, соответственно, и книга арканистовская щитовая. Тентакли можем прожимать. Все, это хорошая тема. Если одновременно падает и бласт, и кайт, вам необходимо по этому бласту, вот как он расположен, не круча его, начать кайтить. Это уже более сложная тема. Судя по тому, как у нас сегодня проходит рейд, для вас, скорее всего, это, бля, просто могила. А если туда добавить еще этот от Фэмса, взрывную эту, как его, скруп, который падает, так это вообще просто атас. Но такие ситуации бывают, и от них тоже можно выживать, в зависимости от ваших навыков. Да, но сегодня у нас проблемы с самой базой. У нас проблема на кайтах, у нас проблемы от того, что болты прибивают, и при том это проблема не интераптора. Интераптор срабатывает очень неплохо. Ну, по крайней мере, вот сейчас то, что я видел, все окей, более-менее. То есть их немного, обычно на обучайках гораздо больше. Макторен, давай ты тогда на интерапте. Баржен, ты если что, на этот, как его сказать, на подстраховке, да. Залетайте внутрь. Залетайте внутрь, новая копия доступна. Хасл Сони, здорово, рад видеть. Да, есть замечание. Бегемот, ты крутишь периодически босс, чем меньше крутишь, тем лучше. Электрические ауешки уходят в группу периодически. Это нехорошо. То есть он их кидает на 180 градусов, если что. То есть буквально ты его немножко развернул градусов на 15. Люди, которые на первой или восьмой позиции, могут уже принимать электрические ауешки. Это больно. Я после этого смотрю, я делаю, когда он кидает твой бонус. Он, наверное, быстрее возвращается в место. Моментально почти. То есть ты отходишь от конуса буквально на шаг вправо. То есть конус справа от тебя. Ну, так он заканчивает, то есть он бошку поднимает, он же анимация у него есть. Ты сразу на исходную возвращаешься. У тебя босс даже не двигается. Кстати, Варлав, вопрос есть.
Когда ты МТшишь, я слышал, как ты вообще можно босса до центра дотолкать. Это как делается, не знаешь? Хавиатак блочишь. Вроде ж, когда блочишь его, он все равно на месте остается. Когда я МТшишь... Под жопу ты прям под пузо заходишь. А, прям под пузо в хэвике заходить? Да. Ну, только в этом нет никакого смысла. Я не представляю вообще просто, зачем это. Даже ни в одной извращенской теме трудно представить. Еще такой вопрос возник. Как Фелмс именно заспавнился, он прыгал на фронтах, ты стоял нормально, это типа норма? Возможно, просто сам Фелмс неправильно стоял. Тут надо смотреть конкретную ситуацию. Но он прям понял первый спаун. Самый-самый. Ну там надо, говорю, позицию смотреть, дистанцию. Я тебе так тебе не скажу, просто понимаешь, чаще всего, всегда лучше всего, знаешь, посмотреть что-то вот конкретное, видео какое-нибудь. Если запишешь видео, я тебе скажу. Потому что может казаться, что ты стоишь нормально, а потом окажется, что совершенно ненормально. Что один миллион раз уже было. Так, давайте рейдчек. Да, первое прохождение, конечно, вообще бедное. Давайте, погнали. Рибав, 3, 2, 1. Ребята, еще АЭС это такой триал, когда вот вы заканчиваете его, вы телепортируетесь в гильдхолл или какой-то другой магазин, где стоит колодец. Гильдхолл, точнее, ну и дом имеется в виду. И заряжайте все ультимы, что ДДшки, что суппорт. Возьмите за правило. Перед любым триалом, перед ресетом, на старте у вас должны быть ультимы. Отлично. Сфера навыки. Язвенника, у тебя читовая книга? Да, да, да. Я просто инвалид, наступил в чужую лужу. Хорошо. Прошу. Тоже. Задумался о великом. Сфера центра. Ребят, не рисайте, рендер, не рисай никогда на кайте вообще. Даже вот, вообще его, не вариант. Не вариант вообще. Да, даже не пробуй. Дож. Хорошо, хорошо. Так. Сфера центра. Забери обратно. Зак-зак. Ах, кек. Блин. Бери. Первый ход. Фелмс не в таунте. Он уже очень давно не в таунте. Надо Фелмс, ребят, бить. 3 секунды целые есть. Не, все, забей, ты фэмс уже стакаешь. Ребят, мы через слотиса все продамаживаем, времени не хватает. Лотис, давайте, бах. Император мертв. Додж. Лотиса, ребят, давайте, давайте, размачиваем. White Devil, дай, пожалуйста. Так, оставь, не стакай ничего. Нормально, нормально. Первый.
находится в гроб, отправляем. Рендер, очень поздно отходишь на кайт. То есть уже лужи упадали, ты все равно стоишь на месте. Анонс кайта идет, ты уже бежишь. Лотис надо добить до сих пор, ребята, Энрейдж пошел. Сейчас убивать будет бластом. Угу. Работаем в Фаунса, он упрыгал. Сейчас Фаунс у нас появится сзади, сверху можно пробить. Сейчас Фаунс появится сзади, ребят, мы его дамажим нон-стопом вообще, где бы он ни находился. Фаунс прыгнул сюда, в бочинку. Все, Фаунса бьем, 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 бьем. Скип, дай, пожалуйста. Yeah. Или кто-нибудь нужен дать. Серовых. Нет, череп бьем. Теперь 0 секунд. Атас. Все ультимейты на next раз будем сдавать. Бегемот, нужен будет твой ультимейт, вот такой Фаунс подстакивается. Я скажу, когда. Сферу не бить, ребята. Рендер бей, блядь. Фаунс сейчас вайп будет, нахуй. Какую сферу, блядь, ты там ебашишь? Понятно, бегемот уехал. Вайп. Не вариант уже восстановиться. Это была великая победа. Это была тяжелая победа. Варал, привет. Насколько эффективно будет собрать ВС плюс 2, 8 ДД арканист? Это будет вообще шоколадно. Это будет шоколадно. Арканисты себя здесь очень хорошо чувствуют. Наносят очень хороший урон. Сжигают все, что только можно, если честно. Можно попросить поставить потом на фронт хила какого-нибудь. Значит, ты его не увидишь с моей позиции, Рагори, почти. Почти не увидишь. Серьезно, он там прямо... Бегает прямо, очень тяжело. Давайте погнали. Прибав 3, 2, 1. Ближе, бегемот, можешь. Он же сюда подходит. Да, я знаю, но ты... Из додок выводишь его, по большому счету. Тебе надо его буквально, чтобы он сделал шаг в бок для прыжков. Тебе не обязательно, чтобы он куда-то уходил. Я просто смотрю по этому поддону, там для танка адресовано место. Я на нем стою. Да, аддон какой-то для инвалидов. Удали его нахуй. Первый. Это, наверное, место после того приземления, наверное, я хрен его знаю. Потому что, ну, на старте главное, чтобы он шаг сделал, все. Тут бок. Нет, там ворон. Скип надо поднять. А каннибальчик рисает уже. Отлично. Сфера центр. Прыжки сейчас. Ладно, не совсем сейчас. Раз, сейчас. Додж. Дай алтарь, дай хилку, блядь, дай хилку. Башните, пожалуйста. Баш. Спасибо. Горн сдать? Сдай, пожалуйста, да. Не достакалась, плохая ядовитая луна. Кола, а что вы делаете? Слушай, играем в АС плюс 2. Притом буквы С там тупо две. Лотис не на танчике. Забери его, пожалуйста. Давно-давно на мне. Может, уже ему не подстакивать, потому что у него таймер прыжка скоро. Ему уже похуй. Опа! Летел. Если ты его не подстакал с самого начала, можешь забивать хер. Он уже не подстакается до следующего прыжка. Давайте Фелпсика немножко побьем, товарищ. Потом сверху уже. Бля, урон тупо нету на. Сфера выход, если что. Сейчас идеальный момент подстакать. Давайте по миникам там нормально воткните, пожалуйста. Валерчик, прикинь нам, пожалуйста. Вдохни нам, пожалуйста, амбассадорного.
Затецкого гуся, блядь. Давайте Лотиса немножко прожарим. Сфера центра. Вот. Пилаев. Вместе с Фаунс. Фаунс теперь. Фаунс, 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 Фаунс. Прям на замену пришел. Хороший, хороший. Сладенький, я бы даже сказал. Сейчас прыжки будут потом, скорее всего. Да ладно. Сфера выход. Лотиса бейте, кто достает. Прыжки. И процент. Отлично, сверху. Сверху, сверху. Прочки сделаем, потом добьем фаунса. Найс. Прыжки пошли. Скип ресну. Сфера выход. Босса. Вот, еще сферу начали. Сферу, сферу, сферу. Повалили, да, его уже. Ну ладно, попробуем. White Devil. Сфера вход. Сферку разносим. Молодцы. Валерчик, если можешь. Да. Сфера центра. Ребят, ну вы на кайт заранее уходите, ну вы просто друг друга убиваете. Если не умеете кайтить, уходите подальше заранее, пожалуйста. Лотиса под стакой, чтобы мы его добили, все. Хорошо? И в целом у Фелмса уже, ну, просто под стакой, как мы его бить не будем. Сферу, пожалуйста, убейте на входе. Пошустрее. Куда там суку скакал? Лотиса добейте, пожалуйста. Да, сейчас после дыхания будет. Бля, успею, не успею. Успел еле-еле, чуть не прибило. Сейчас он допрыгает, мы быстренько рисаемся и ебашим. У нас 2 минуты, ребят. Быстрый разрез. Кайт, 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 кайт. Вначале кайтим, потом резаем. Рендер рисну, Мактор нарисайте. Все, остальное в боссов, 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 боссов. Да ёб твою мать, где хоть... Сфера выход. Много прилетело. Сфера на выходе, ребят. Череп поставил. Давайте быстренько раскидывайте. Бьем только босса и сферы. Босса и сфера. Отлично. После прыжков, Валера. Ебать, тут жестко. Фамса забери. И держи его, бля, под хвостом. Бегать с ним не надо. Рендер риса. Дождь. Все, его затаунтил, все. И бери посох, блядь, и стреляй в Фелмса, бля. Вот, это не Фелмса, а в Лотиса. Сбивай косты. Центр. Шоколад вообще. White Devil. Ультимейт. Все, разносим. Кайт, 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 кайт. Ну бегите, бегите, блядь, отсюда нахуй. Додж. Уже лучше. Давайте перезапускаем. Обучаемся, Рафаэльчик. Да, обучаемся. Здесь прям... Обучаемся с большой буквы. О, как вот, блядь, как вот, чтобы самосвал проезжал. Как я в свое время не долюбил этот трял из-за рейдов Ира. Жесть, как это давно было.
Перезапустил, можно залетать. Что там, минута времени есть у нас? Минута времени есть. Отлично. Давайте перерыв до 30 минут. Хорошо. Здрасте, Квартис, привет. Или Queritus. Привет, привет, хорошего настроения. Я с тех пор туда зашел один раз, чтобы тройную забрать, и больше туда не ходил. Хороший трём, мне нравится. Из коротких прям приятный. Сейчас подойду, ребят. One moment. На освоение, конечно, был жесткий. На освоение жесткий был. Ой, сейчас буду. Почти 15 минут файта. Ой, я снова с вами. Древ, привет, хорошего настроения тебе. Костя подъехал. Костя. Вопрос есть, еще будет обучалка ВС? Ну, когда-нибудь будет. Тут все, у меня все. Посмотрю, спланирую, хорошо, я буду иметь в виду. Я тебе черкану, если будет. Ну, короче... Все буду анонсить. Я бы не сказал, что большая очередь на танкинг на УТ, так что я думаю, ты без проблем сможешь писаться. Если что, мы... На некреба еще. На некре УТ? Ага, ну чтоб колосса бахать. Без колосса, конечно, да. Курс-то. Да нет, можно некро МТ, потому что он полностью катал сможет без проблем обтайнить. Да, некро МТ хорошая идея, да. Может даже, наверное, с сосалкой. Ого, это уже next level. А чем ДК не подходит на этот? А тоже спокойно обтаймит. Не, ДК... Некро МТ буду, либо на вот... Некро МТ, ДК подходит. Другой вопрос, что у нас сейчас нету великого уязвимости. Это 10% урона. Это от чего дается? С колосса. Колосс вешает на 20 секунд этот баф. Притом у некроманта большая ультагенерация. То есть ты можешь стоять, там не так много чего происходит. Ты через вампирку начинаешь, там есть вампирская сосалка. Ты пока сосешь, генеришь ультимейт. И в итоге ты сдал колосс. Блин, ребят, дайте мне перебивать, мне не надо, блядь, иначе я просто вас мутить нахуй буду. Если кто не понял. Соответственно, ты некровской сосалкой просто стоишь, все свободное время подсасываешь и генеришь ультимейт. Скинул один колосс в нужный момент на подстак. Ну, то есть мы подстакали, например, Фелмс подошел, ты бахнул у него. Все, 20 секунд он висит там, да, этот баф. Ты стоишь там, подсасываешь. Потом опять. Можно через барона играть, но барон меньше даст. Хотя нет, барон тоже неплохой вариант. А, ну можно это даже добавить к этому билду, но посмотреть просто, если честно, что там вылезают. Можно раскинуть дрейн на... А? Архидруида почему не используют? Можно с архидруидом, просто этот вариант эффективней. Ты там один некромант может 100% аптайма держать только. А с архидруидом ты не сможешь такое сделать. Если только второго архидруида не будет. Ты можешь кинуть дред. 20 секунд там откат, да? Да, там кидается на 9, на 8, что-то такое. По таймеру, потом откат, да. Ну, в два раза больше. Самое выгодное, я говорю, колоссина, просто стоишь, сосешь, три дрейна кинул на одного миника, на второго миника, на босса кинул, у тебя с каждого там этот будет генериться ультимейт. И стоишь, сосешь, бля, кидаешь ультимейты нон-стопом. Урона тонна, всех обмазываешь уроном. К этому можно какой-нибудь одеть сакслил, который тебе от ультимейта будет, ну, давать, например, форсу всей группе, и все. У нас вся группа в форсе, вся группа с колоссом, урона гораздо больше.
Даже вот эта группа, даже эта группа заиграет так мощно, что они такие: вау, вау. Я так никогда не дамажил. Это на УТ, наверное, нужно, потому что сакс там сдают, по-моему, на 12 метров. Это в группе нужно сдавать. Там больше, по-моему, 12 метров. 12 метров у пилджера. Сакс, по-моему, на 28 работает. Сакс 28 метров, только так делал. Так что он все нормально. Как только начинается нужный бурст, все сдастся. Все сдастся, все хорошо. А если ДДшку каталиста, по сути, то же самое же можно делать, да? ДДшка каталист только не выдаст ультрарегена. Ульта, понимаешь, фишка в чем? Сосалка урон не наносит. Ты или сосешь и генерируешь ультимейта, что танк здесь может. МТ вот может это делать, что делать нехуй на МТ. Ну, честно, если вот так вот сравнивать. Что там делает ОТ, что там делает фронт у тебя сзади, блядь, как потеет. Я не знаю, там слышишь ты вот эти вот схлипы, блядь. Скипа там, бля, лужи вот это, крови, блядь, пота, бля, и говнище, которое там сзади. Четыре просто, лужи вокруг и еще кайт есть. Ты просто, наверное, не смотришь назад, но там жестко, блядь. А вот тебе вообще нехуй делать, если честно. Поэтому ты можешь спокойно сосать, блядь, стоять и жестко бафать группу. Не, я на один раз подскальзываюсь на поте, то, что я откатил хила. Поэтому я вижу. Ну, мы тут тоже подскальзываемся на. Ну, у нас тут не пот. У нас не пот, блядь. Давайте, ради чек. Да. У нас чек делал силами даже. Бегемот. Are you ready? Да. Сейчас я запиздился, залетаю, потерял. А, я понял. Все, я понял. Мы ждем тебя. У босса. Надо еще один разок закрыть. Все будет шоколадно. А? Если что, маякнешь, когда еще АС будет. Я либо на ОТ зайду, либо на МТ мне кра. Я не уверен, что я смогу в личку кинуть. Просто сделайте нормальные анонсы в раврах. Мы, если честно, нигде не вреваним. У нас можно роли получить на конкретные триалы. И все, есть два канала, где мы эвриванки кидаем, которые можно просто, ну, если совсем беспокоит это, можно замутить. Все, и вам будут приходить только анонсы красненькие, вот эти вот значочки в раврах, только когда рейд анонсится, конкретно вашей категории. Просто я всем в личку, когда утром завожу компьютер, у меня там сообщение 30-40 висит. У меня очень много личных сообщений, я иногда просто не могу это все отконтролить. Чтобы обидно потом не было, что я обещал там, своей серии, а потом забыл. Это не потому, что мне Не потому, что мне наплевать, а потому, что, ну, не вывожу иногда. Я так понял, лучше, ну, можно частенько просто отслеживать и все почаще. Прибав? Да, погнали. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Вот, все, можешь уже подходить, подойди. Чтобы он не двигался. Просто у нас здесь все ультимейты уже. Бля, Дунбрейкер сдал, панель не менялась. Он сейчас нормально полетит. Не думаю, что некромант хорош как-то. Он не сильно потерял ничего. Арканист, да, он. Арканист очень нужен. Но его, как правило, на хиле, если честно, берут. Танчик тоже очень хорош. Сейчас у нас будет подкаст по танкам. Там можно будет внимательно все это посмотреть, узнать. Рисну. Бля, пиздец, серьезно? Тупо мне, на меня наступил. Вайдейл, да, пожалуйста, город? Сфера центр. Оперативная сфера. Ой. Лучше бы не отменял, короче. Лучше бы не отменял книгу. Ваш. Хотя там столько пролетело, 39 тысяч. Я думаю, даже под книгой бы не спасся бы. Ты опять у меня забрал босса. Тут нормально, там из-за хвоста такое дело. Вайдел, учись, смотри, вот, ну, ты не таунти через хвост босса. Это всегда будет захват босса. Язвенник, ты не катишь. Вся уешки попадают в тебя. Если видишь, что не успеваешь... Лучше на меня босс делал. Да, но это никак не влияет, сидит тебе на тебя босс там или нет. Ты просто видишь, что ты попадаешь в электричество. Тебя урон от босса вообще ничего не наносит. Тебя нанес тупо электрические ауешки.
Просто сделай додж, разорви дистанцию, и на шифтах можешь убежать. Останешься живой. На сферу там. Получится, интересно, у нас. Да, вроде нормально. Сфера вход. Пораньше на кайт, ребят, уходите, пораньше. Первые волны уже идут, вы все равно еще там находитесь. Додж. Бля, верните мое хп, плиз. Скип, а у тебя хилищие лучики стоят, кстати? Ошибка, кстати. Танк упал. Так, давайте лучше на лопатки ложить потихонечку вместе со сферой здесь. Вайдэвил, займись фалмсом, забей на этого спуска парня. Лотиса, ребят, по фокусу, пожалуйста, независимо, где он стоит, бахните. Валерчик, дай нам, пожалуйста. Пуся. Больно, ебаня, больно. Больно, три доджа, вся стамина, похуй. Лотиса, Лотиса, ребят, урон по Лотису, блядь, при всех живых ДД, вы меня простите. Это просто говнище полное. Сфера на входе, если что. Разрезали? Сейчас Фэлмс подойдет. Фэлмс идет, ребята. Дотки все положили. Все, Фэлмс, блядь. Все ультимейты в него кинуть. White Devil. Все, останови его, блядь. Давайте, разъеб. В могилу, пожалуйста, его. Давайте, давайте, жестко. Прыжки. Давай, 2 секунды еще. Давай, 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 давай. Ой, хорошо, почти уложили. Бэк мертв. Fucking shit. Фэлмс, пожалуйста, уложить, потом разрез. Он идет на центр. Уложили? Молодцы. Разрезаем, пожалуйста, всех воинов. Бля, так хочется, если честно, еще раз убить этих миников. Вот прямо хочется, бля, если честно. Сфера выход. Сферу убиваем, и потом, знаете, что делаем? Потом работаем в Лотиса. Только подстакай его, пожалуйста. Но работаем по нему таргетно. Сфера центр. Давай. Давай. Ну, давай. Да, давай. Язвенник, стоишь в электричестве. Береги ноги. На мне еще и был этот конус. Боялся двигаться. Ну, немножко можно. Немножко можно. Старайтесь задевать Лотиса, пожалуйста, он сбоку стоит. Я хочу, чтобы, бля, он в гроб отправился, если честно. Фэлмса, Фэлмса дамажем. Теперь снова Лотиса. Дыхание в группу. Додж. Сферу, сферу, ребят, больше не бьем сферы. Фэлмса надо, ребята, чтобы загрели, бля, он бьет просто в мейна. Вайдейл мейна бьет, но это проебанная фаза. Сейчас тупо почти на вайп уже уходим. Сфера вход. Додж, додж. Сферу не бить, бля. Лотиса не ложу, положили. Фэлмса ложим. Все, Фэлмса. Фулл урон сюда, фулл урон. Вайдейл, да, отлично. Прошло все. Весь урон сюда, где будем. Давайте, давайте. Прыжки. Сферу можно теперь убить. Сейчас после прыжков снова Фэлмс убьем. Фэлмс идет на место свое исходное. Подстакать его, кайт. Разъебываем Фэлмса. Бегемот, дай, пожалуйста.
сфера выход. Фэмса. Сферку теперь можно побить. Она у нас на выходе. Отлично. После прыжочков Валерчик. Фэмса подстакиваем. Фэмса бахаем. Валерчик гуся. Ну, пивной напиток такой, знаешь. Да, да. Просто агри и контроль его. Если у тебя есть интерапт, можешь интерапт. Прям вот загрил, бля, и интераптишь, стоишь в него там. Пиу-пиу-пиу. Сферу, пожалуйста, на выходе. То есть просто, чтобы освободить наших этих интерапторов. Чтобы они могли больше босса бить. Мы убивать больше никого не будем, кроме босса. Все, давайте, босса, блядь, могила. White Dale. Бахни нам, пожалуйста. Продлю. Подожди, в начале сферы. Первый. Сфера. Как только сферу убьем, подойдем и выдавай. Кайт. По нему беги, рендер. По нему. Стоял на месте. А, к нему надо идти, да? Да, конечно. Ну, тут на тебя кайт же падает сверху, он тебя ушатает. Босса нет. Добейте просто. Босса добейте. Че горишь? Я иду к нему с лучом догнал, да? Да, но ты стоял на месте. Ты не шел никуда. Ты просто встал и все. И на тебя падает сверху. Раз, два, потом еще бласт по лицу, и ты труп. Да, блин, был. Ну ладно, слушайте, давайте еще раз пройдем. Ладно, нормально было. Перезапускаем. Почти что фарм. Алохи будут, да? Кто-то там лайв пишет, да. Скиньте мне, пожалуйста, их потом. А, каннибал, ты мне скидывал, да ведь? Да. Я в канал SLOX, ребят, закинул. Залетайте в новую копию. Каннибал мне закинул. Так. Канал SLOX. В... Как он там называется-то? VAS плюс 2. Вот это весело, но вот и играть. В этом реально. Там, да, нормальный шоколад. Как дом называется? Дворец какой-то? Блин, у меня на английском языке, сейчас тебе скажу. Princely Downlight Palace. Находится вот в этой локации, вот здесь она. В Хьюзбене. Гильдия воров дополнение. Папа, скажи, а здесь получается АМД лучше всего идет это... Некр. Некр, а ОТ? ОТ в целом. Ну, я у Варлова спросил. По большому счету, да, то есть тебе надо человек, который больше всего дает аптаймов на МТ, меньше всего аптаймов на как раз ОТ. Можно ДК поставить, да, можно вообще кого угодно, если честно. Да, и тут я согласен. Человек. Если этого брать арканиста, как раз он на этот... Можно арканиста, да, да, можно. И лужу, то есть ты все подстакал, лужу дал. Да, отличный вариант, да, вполне. А у нас сколько еще минут, ребят? Последний заход. Но у нас заходы по 13 минут. Но мы рейд 2 часа. Осталось 15 минут. И сейчас... Просто в 10 часов. Но... Ну, побежали вперед, давайте. Команд, команд, босс. Не получится, пойдем отдыхать. Если арканист, они ему нафиг не нужны. Что он огненное оружие дает за место лужи. Ну, арканист лужу, естественно, ДК огненное. Это разные резисты дается. Лужа и огненное оружие. Огненное оружие, по сути дела... Лужа может дать любой ДДшка, дать, по сути, а ДК, по сути, только танк. Поэтому лучше ДК, наверное. Арджен, давай подбегай. Так, прибав 3. А кто... Подожди, не забежал еще один человек. Баржи, нажми кнопочку Shift. Что ты там бежишь, как на этот, на променаде.
него просто предстоним. Он не один бежит просто. А, я понял, несет на руках. Все, давайте. Как Чебурашку, давайте. Три. Отсчет. Прибав, три, два, один. Все, все, останови, подойди. Я потом мне напомни, я тебе объясню, в чем соль. Почему от тебя... Потому что... я объясню прям подробно, чтобы ты точно понял. Обещаю, ты поймешь. Хорошо. Но нам лучше, чтобы он был трупом. Чтобы этот площадка была пустая. Сверк на выходе. Быстренько ее отправили в могилку. Скип, если можешь, дай горд, пожалуйста. Спасибо. Сфера, центр. Рычки. Сфера-центр. Так, надо работать через этого миника. Сфера-центр. Вот, хорошо. Надо подальше, короче, побыстрее, босс сейчас. Сейчас один раз миников убьем. Сделаем красиво. Могу дать горн. А давай. А уже дали. Ну давай, хорошо. У меня пила и все. Додж. Сверх, пожалуйста, развалить. Поднимите. Валерчик тоже мне потом... Как его сказать? Мне нужно по поводу прыжков, хорошо? Ага. Я им покажу, почему улетает не туда. Сфера вход. Он упал. Пытаюсь поднять. White Devil, забери босс. Пока, встань на место. Бегемот, восстанови ресурсы и перехватывай. Как перехватишь, говори об этом. Хорошо. Похильте его там. Трат мертв. Дочь. Прыжки. Я забрал. Сфера выхода. Актор нарисаю. Бэк мертв. Спасибо. Я на бэк выйду. Вот если подзалейте, пожалуйста, скоро не нравится. Пять забрал. Лотис, пожалуйста, все воткните, кто живой. Не вставай. Лотиса, пожалуйста, добить. Ребят, не в то время, чтобы падать. Группу, дыхание. Ну это опять переагрили. Нет, у меня, я уже не агрил. Переагрил ты босса. Бегемот, в любом случае это ты должен это заанонсить, что группа идет дыхание. Я увидел, выворачивается. Как только повернулся, бля, говорить, осторожно, может быть дыхание. Все. Предупреди. Фэлмсы все. Все уходит, он ждите, ультимейты не сбрасываем. Не сбрасываем, ждем. Че, забагался? После прыжков надо полностью разъебать его, вообще просто вталово. Копите все ультимейты. Валерчик будет сдавать горн. Я хочу спилджера. Бегал. Он идет. Все дотки накинули, жесткий разъеб. Рез потом, разъеб. Бля, ужасно. Разрез быстро. Без лишних комментариев пока. Нам надо Фэлмса добить. Фэлм сейчас подойдет. Потом скипа рисаем, Фэлмса добиваем. White Devil, твой горн прямо сейчас. Давай, разъеб, остановись. Все, Фэлмса. Парди, не бегай. Отлично. Ребят, молчите.
И пресно. Только заберите, пожалуйста, лотис. А, у нас нет ОТ, я понял. Надеюсь, хватит ХП. Я соберу его потом. Ну, скип, видишь, лишняя ХП не лишняя оказалась. Ну, тик лужи, я тебе оставил 1000 ХП. Так, все, работаем в босса. И лотиса еще, наверное, один раз убьем. Так что его пока подстакивай. Это уже минута прошла. Сфера, выход. Сверку, пожалуйста, на выходе, камон. Ну, я опять прыгаю. Быстрее разрез. Ужасно. Остальные лотисы бьют. Подстака лотиса вообще пока нету. Если что, все это абсолютно время. Он, мы его ни разу еще не били пассивно. Буду. Сферу, сферу. Потом лотиса. Дайте горн. Давай. Кайт, 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 кайт. Бля. Скоро прыжки. Сфера, выход. Лотиса, ребят, через лотиса. Все лучки через лотиса. Сфера. В начале сферу. Прыжки сейчас на исходное. Вамса не будем бить, будем босса добивать. Рендер застрял, хильсь. Зря встал на прыжках. Сфера, выход. Отбить хотел. А, да, ну, я опять тоже. Ничего страшного. Сфера, выход. А сфере, ебали. Вай давил. Горн. Блок. О, дождь нет сюда. Все. На сфере. Сфера на выходе. На 40 секунд все. Минус 2 танка. Давай угорайте, что ли, лол. Я потанчил. Филмс. Подняли, подняли. Я забираю. Я забрал. Босса бахать, остальные. Дыхание, дыхание. Осторожно. Идите сферу. Ищите сферу. На выходе. На выходе. Ебали в нее. Додж. Баш сзади. Я за ним красаю. Сфера, пожалуйста, больше. Больше сферы. Директор мертв. Ебем. Босс. Додж. Кайт. Бля, нахуй. Блять, ребята. На кого хуя во время кайта, блять, здесь 5 человек, блять, трется, блять, носом у моего очка. Вы мне скажите, нахуй вы это делаете? Вайп, спасибо, ребят, за рейд. Хорошо порейдили. В последнем трае так жестко обоссывались и обсирали, что лучше, блядь, забудьте, нахуй, вообще. Что мы... Лучше просто удалить это из лога, блядь. Это полное позорище, блядь. Такое количество опять трупов. Ну, я не знаю, вы, наверное, расслабились очень сильно после предыдущих этих закрытий. Полный кал, короче, последний раз. По поводу бегемот, смерти ровно 0 на МТ, потому что там делать нехуй. Оценка соответствующая. Сколько у тебя было смертей, вон из пятерки вычитай, и вот твоя оценка. White Devil, твоя основная задача, чтобы подстакивать фаунса, это не проблема. Он после прыжков, тебе надо просто встать на месте. Единственный навык, который для тебя важен, я не закончил.
Единственный навык, который тебе самый главный, чтобы у тебя подстакивался быстро лотис. Он почти никогда не подстакивался. Ты его за весь файт подстакал 3 раза адекватно, нормально по таймингу. Тебе надо, во-первых, чтобы у тебя было достаточно скорости передвижения, понимать, когда прожимать блок, а когда не надо прожимать блок. То есть, если, еще раз тебе говорю, если ты его не подстакал вовремя, ты весь, у него ДПС фазы, прыжки. То есть, если он упрыгал, и ты его сразу после твоего прыжка не подстакал, все, ты все просрал, ДПС фазы не будет, ты его пассивно не продамажишь. То есть, он должен упрыгнуть, быть у него должен таунт, ты сразу смотришь, где это находится, и бежишь в противоположную сторону, на шифтах, блядь, без блока, на шифтах, просто летишь, нахуй, на максимальной скорости, у тебя там рапидка какая-нибудь стоит. У тебя стоит какая-то устарялка, бежа на свифты, какой-нибудь мундус конь, блядь, ты просто... Он такой, блядь, пиздец, куда мой танк убежал, блядь, пошел за ним, все, и он до тебя быстро доходит. Это база. Ты должен постоянно быстро его подстакивать. Тогда он пассивно будет умирать, и мы будем бить только фэлмса. Соответственно, мобов тоже, боссов тоже надо не терять. То есть, если вот ты фэлмса потерял, у него всего 13 секунд он здесь находится. То есть, его 5 секунд уже не подстакал, пока он там бегает где-то еще в других местах, пока он подстакается, 5 секунд, да ну даже ультимейты, блядь, даже доты повесить не успеем, да? Тоже очень важно. Соответственно, ДДшки. Некоторые ребята играли как бы хорошо, неплохие интерапты, но мне почему-то кажется, конечно, там вдвоем жестко там интераптили. Мне почему-то кажется, что не каждый идет поодиночке, а друг друга суппортили. Это, конечно, не самый лучший способ. То есть, ну, по большому счету, в идеале интераптор интераптит одним прожатием. Ну, то есть, просто в тайминг. Вы понимаете, что скоро будут болты? Он нажимает, сбивает, и все, и красота. По ДДшкам смертей просто пиздец. Мега-мега очень, омега лул. Я сейчас встану, и кому надо идти, ребят, идите. Я сейчас встану, бля, я загрю, да, наверное, бля? Не заигрываю. Смотри, Валерчик, по ДДшкам, ребята, смотрите по выживаемости, смотрите гайды. Очень много урона у вас пролетает лишнего, который вы совершенно можете нормально скипать и не умирать. Позиционка, кайт. Там, вот, например, начинается кайт, и вы целой толпой стоите у босса в одной точке. Ладно бы вы стояли и сразу убегали. А проблема заключается в том, что один стоит у босса, другой стоит на 2 шага сзади него. И тот, который стоит 2 шага сзади него, блядь, убьет чела, который стоит до. Потому что он начинает отходить, и в него попадает ваша ауешка. А если там стоит 2 чела, и перед ним, за ним 2 шага назад, блядь, стоит еще 2 чела, 2 ауешки вот этих 2 передних убьют. Заранее убегайте, если вы, блядь, еще не умеете ничего делать. Видите, что кайт, блядь, выйдите заранее на позицию. Потеряете немножко в уроне, зато живы останетесь. Это будет гораздо интересней. Дальше, Валерчик, почему иногда уходили плохо прыжки? Работает не только взад-вперед прыжки, а еще в бок расстояние. Что я хочу сказать? Вот, например, ты стоишь вот здесь, да, и у тебя вот, ну, фэлмс на тебя. У тебя есть 2 дистанции. Вот ты прям стоял здесь с краю. Соответственно, ты не смотришь не только по отношению, например, к кайт-хилу, который стоит в этот момент вот здесь, а еще по отношению к ДД, который стоит на 8-й позиции, вот там он вдалеке. Так как ты стоишь вот здесь, тут жестко, чел на 8-й в большой опасности. Слишком сильно в углы не прожимайся. То есть тебе выгоднее прямо вот здесь вот ближе к середине принять, чтобы уменьшить расстояние. То есть тебе надо понимать, что у тебя плохие позиции, 8-я, 7-я, 1-я, 2-я. На них с этой позиции может улететь. В зависимости от того, где сейчас находится, например, хил другой. Поэтому тебе лучше, например, как его сказать, то есть найти как бы определенный баланс. То есть совсем сюда, например, не ужиматься в угол. Отойди сюда, и шанс, что он уйдет именно вперед, будет лучше. То есть сейчас была дистанция, ушло на 8-ю позицию, потому что это тупо вот здесь вот стоял. Да. Принял фэлмса вот здесь, и он полетел вот туда. То есть это тоже учитывай по дистанции. Ага. Ну и в целом потом под конец привыклась, одну сюда, и хорошо так коридор. Такие большие расстояния тебе не нужны. По большому счету, ты можешь ближе к центру это делать. Одно положил, и на край другой встал, и все. Мне то есть, чтобы... нравилось, что коридор остался, что я мог спокойно забегать. Там. Ну, а тебе это особо не надо. Ну, типа из серии. А-а-а. Прям таких каких-то жестких тем. Так, вопросы есть, ДДшки у вас какие-нибудь? Хард стало лучше, но все равно видно, что плаваешь. Просто пиздец, если честно. Надо тренироваться. Понял, буду тренироваться. Хорошо.
и White Dale, да, на вот всем, ребят, все хорошо, вы закрыли, молодцы, это респект, но есть всегда точки роста. Я сейчас скажу, что у всех они есть. Прям, ну, все очень, как бы, на начальном уровне, я сразу скажу. ХМ просто сейчас, ну, потерял в актуальности, он легко проходится. Честно, просто легко. Да, плюс есть какой-то, как бы, ну, часть ребят каких-то понимающих, что вообще происходит и так далее. Вот, например, у нас падал фронт-хилл, это очень важный момент. Да, и, например, каннибал постоянно выходил туда рисать очень быстро и четко, да. Одно это действие, да, очень стабилизировало наше прохождение. Очень стабилизирует. Скип, у тебя вопросы какие-то есть? Да, ну, кроме практики. Практика, и у меня аддоны корректно не работали. Я на одном ходере сидел, не на ходере, на нотифайере, и все. Настрой аддоны, чтобы у тебя было четко видно таймеры. По прыжкам и так далее. Ну вот я вообще без них был. Да. Ну то есть как бы не то, чтобы тебе прям это жестко нужно, если честно. Так-то. Но в идеале, если все уходит, всегда первый прыжок уходит у Валерчика, тебе все шоколадно. Но это было не всегда. Когда два прыжка, когда все уходит на тебя, два прыжочка, это больно. Это больно, да? Да. Нестандартная ситуация. А теперь представь, ты бы там стоял с МК еще и с Зеном, бля. С 20 тысяч хп. Ну, тебя там просто бы... Ты просто бы улетал вообще нон-стопом. Просто люди, когда приходят сюда обучаться на S+2, они вообще не имея здесь опыта в таком сетапе, это, ну... Это называется жук-самоёб. Вот просто видишь такого человека, сразу видно жук-самоёб. Ты ему, правда, об этом не говори. Мы уже с тобой поиграли, ты как бы понимаешь теперь, в чем суть. Да. Жук-самоёб, блядь. Потому что он одевает такой сетап, сливает все 100 минут наполовину, блядь. Проходит 2 минуты, 2 секунды боя, блядь, он уже лежит трупом. И ты просто стоишь на кайт-хиле, блядь, рисаешь его, он только встает. Ой, меня какая-то дотка убила, блядь. Ты его рисаешь. И там можно даже не убегать, нахуй, с этой позиции. Только будешь рисать этого человека. Ну, так играют топчики. Блядь, пизду, ребят, лучше вначале научиться играть, а уже потом думать об аптаймах. Это самое главное. Все, ребят, всем хорошего настроения, всем хорошего вечера. Анонсы. Спасибо. Вопросы, да, можно. Всем пока. Ну, вот я хотел спросить. Всем спасибо, Варлад. Показывает... Дать еще, чтобы попрактиковаться. А танку-то хотел показать насчет агры. Самой первой агры. А, самый первый агры. Бегемот, иди сюда. Вот на этой позиции покажу тебе. Вот, бегемот, смотри, представь, вот здесь стоит босс. Это фонарь, да? Ты придешь в какой-то более опытный рейд, где хотят скипать миников, делать очень крутой урон, да? И вот теперь смотри, ты в будущем будешь уводить дракона вот сюда, на эту позицию. Например, как ты это сейчас делаешь. В чем проблема? Проблема заключается в том, что босс меняет свою позицию, а мы свои доты начинаем кидать, как ДДшки, уже заранее. У нас точка захода на центр. То есть мы не будем, нам надо выбрать, или на эту позицию кидать, или на эту позицию. Да, мы можем зайти вот сюда и кинуть вот так. Да, но ты тратишь дополнительные 2 секунды, 2 ГКД, а это плюс урон очень большой. Поэтому выгодно, чтобы он как бы сделал всего шаг, все осталось на месте, а я уже заранее кинул рунку, кинул колтропы, кинул дорожку, бац, к трапу положил и давай разъебывать его. И все, все эти доты работают по этой линии, понимаешь? Только ты сделаешь... Только ты его отводишь сюда, он выходит из всех граунд способностей, которые по площади наносят урон. И уже все, урона нету. Очень сильно теряется. То есть босс у тебя должен двинуться в ту сторону, откуда он будет прыгать. Всего на пару шагов, все этого достаточно. И я под него подбегаю, чтобы он просто не дергался. Да, да, да. То есть тебе тянуть его на центр не нужно. Потом, когда он уже попрыгает, да, это как бы можно там его держать на центре. Это хорошо. Но при этом не крутить. Вопрос по звездам. Если ты говоришь коня ставить, он разве в бою работает сейчас? Зачем в целом? Есть Мундус, конь. А, сам Мундус, что ты имеешь? Да, плюс звезда есть красная, называется Селерити в красной звезде. Да, 10% дает. Звезды стоят. Вот звезду на скорость ставишь коня, смотришь скорость, хватает, не хватает. Комплект бежи на свит, как правило, танки используют. То есть есть очень много энкаунтеров, где ты можешь это использовать. И если нету, не хочется бежу на свифт, смотришь, какие у тебя еще ауты есть. То есть можно, например, поставить кольцо Wild Hunt, если у тебя он влезает в сетап. Если не влезает, то только бежу. А можно ПАшку просто через вверх ходить и все? Ну, можно попробовать так.
Ну ты просто пойми, тебе не всегда будет пашка. Скажи, какой у тебя аптайм по ашке здесь? Вот я маленький очень. Я думаю, говно. Поэтому здесь его, скорее всего, с тебя просто легче было снять. Если ты, например, здесь в нашем конкретном случае одел бы ТТ, ну, например, да, чтобы уязвимость прокать, это было бы лучше. Но проблема заключалась в том, чтобы ТТ прокать нормально, ты тоже должен нормально стакать и быстро все это делать. Если ты полвремени стоишь где-то, ну, вдалеке, что по А, что ТТ, ну, прикольная штука, да. Но не работает. Это да, ну, практика нужна. Да, да. Поэтому ты всегда тоже учитывай, да, то есть там, вот ПА у тебя сейчас не работало. То есть ты мог по большому счету просто сказать, у меня КПА не работает, давай попробую это одеть. То есть даже на свою инициативу. Фишка заключается в том, сетап — это прикольная тема. Но моя основная задача, как правило, механикам научить ребят. Потому что сейчас такая инфляция большая, что урона, что статов и так далее. Если мы сюда придем в говне полном, все равно все пройдется, понимаешь? Поэтому я очень спокойно отношусь к сетапам, мне вообще по барабану, если честно. В чем? Главное, если человек придет, все сделает красиво, если ты просто в говно сетапе, но подделал идеальные стаки, ты бы просто увидел, насколько быстро все тает. Ты видел, как мы там ёбнули этого Фэнса почти всё фулл хп за один подстак? А ты представь, туда добавляется колосинка, да, еще 10% урона, какие-то другие бафы лучше аптаймятся. Там все разваливается очень быстро. А ты вот так вот подстакиваешь, например, Лотиса, а в этот момент мы даем туда колосину, мы туда даем ультимейты как раз по таймингу. То есть мы первые даем, например, ультимейты прямо на старте, да? Вторые ультимейты мы дадим, вот прыжки пройдут, ну, чаще всего, как это раньше было, например, с этими дестерами. Сейчас с глазами арканистов, конечно, пораньше ультимейты сдаются, а раньше как было? Сдаешь первый ультимейт, тебе все это заливают, босс отпрыгал, приходит миник, ты его быстро, ну, он только появился, ты его сразу стакаешь, и мы туда второй ультимейт закидываем. И он все, ты его стакать больше не надо, он полудохлый, если вообще не умирает. Но тебе надо его подстакать успеть. А если не успеваешь, все, ультимейты уходят тупо в босса. Это очень важно. У меня один момент МТ есть здесь. Да, армейская. Сейчас красный дрейн, лучше носите необычный. Красный, да. Абсолютно верно. С учетом арканиста, они магическим уроном вешают перегрузку ту самую, которая на другом морфе, по-моему. То есть красный нужно или зеленый? Красный морф, красный, который статус эффекты вешает, да. Но без оф-баланса, наверное, игрались. Скорее всего. Нет, с оф-балансом, потому что у меня вот что, есть дорожка какая-то. Тебе дорожка нужен. Тебе нужен статус эффект. Я контузию постоянно накидывал. Контузию накидывал, он шоколад. Да. Не, у баланс нормальный, аптайм. Все, но все равно красный дрейн лучше. Красный дрейн, да, абсолютно точно. Ой, ну все, спасибо, было очень круто. Дорожка у меня просто электрическая. Ну, это правильно. Дорожка электрическая вешает off balance при условии статус эффекта на цели контузии. Контузия вешается или, ну, то есть тебе надо или гарантированно его повесить, или с каждого, например, электрического твоего урона есть определенный шанс, в зависимости от того, какой это урон. То есть у меня статья на сайте есть, можешь зайти посмотреть. То есть, например, от периодического урона по площади, от той же самой дорожки, у тебя она почти никогда не прокает. Тебе надо другие источники. Тебе надо или чтобы у тебя было тонну электрического урона, и тогда, да, она периодически будет срабатывать и совпадет вместе с дорожкой, и будет off-balance. То есть это составной баф. То есть ты не можешь одно просто нажать дорожку, у тебя будет off-balance. Это не так работает. Вот, например, если ты используешь красный дрейн, там вешается три статус-эффекта сразу. Горение, электричество, вот это вот контузия, и ледяное, заморозка. И, соответственно, под дорожку это срабатывает, и сразу будет off-balance у тебя. Кстати, Кость, да. Джекер может же вроде с кассы вешать перегрузку или... Он вешает off-balance с зеленой косы. Это вешают на ДД, на трэш-паках. На танке это не используют. Потому что танк использует другую косу, которая хилит. Я вот просто подумал, просто на этого босса заморщиться, что ли, на микре. Не-не-не, хилка нужна все равно. Это твоя основная хилка. Тут off-balance и так нормально. Вот сейчас был хороший аптайм. В целом, по большому счету. И, кстати, off-balance, получается, я тыкаю посохом, от него же тоже приходит потеря равновесия. Просто обычно лайт-атаки. Лайт-атаки не вешают. А у меня, по-моему, было написано, когда я делал.
Вот, ну, у меня потеря равновесия. Не вешают. Они контузию не вешают, если ты про это. Я дорожкой выводил просто с равновесия. А ну может. Поэтому тебе писал. Тогда ты дорожку просто кидал, тебе писал из-за того, что, скорее всего, потому что другой человек тебе это суппортил. Но если ты потом будешь один, и суппорта такого не будет, то не получится. То есть ты должен всегда прочекивать. Ну, то есть или самостоятельно это контролировать, или понимать, что кто-то другой тебе в этом помогает. Осознанность. Спасибо за рейд, буду еще ждать АЭС. Давайте, удачи, ребят. Так вот, у меня только один вопрос был по поводу аддона, который показывает, когда миники в Enrage входят, что-то я не совсем понимаю. У меня вроде на статус панели. У меня на стриме, вон, на самом статус панели стоит. Но она, еще раз говорю, она тоже не адаптирована, она на английском языке только работает нормально вроде как. Вроде где-то там гайд-русификатор какой-то есть. У кого-то там что-то работает, я просто не парюсь, на английском играю. И хорошо, я там... запись стрима гляну, спасибо большое. У меня она слева находится, вот у меня ходер слева стоит, и чуть правее там прям написано «Asylum статус панель». Это оно. Все, понял, большое спасибо. Там как раз все таймеры, ты можешь прям посмотреть, там прям и Enrage, и прыжки FMS. Я поэтому и говорил, да, мы еще бьем 3 секунды, 2 секунды, то есть я прямо знаю, когда он будет прыгать. У меня только 2 таймера на Asylum статус панели, вот остальных нету. Может, русик какой-то поискать или патч. Ладно, разберусь. Там и как раз и когда интераптить надо, то есть он примерно показывает окна. То есть после интерапта есть типа зона, когда он точно ничего не кастанет, железная. Поэтому можно, например, в этот момент забить на него, там подамажить, доту наложить на босса, да? Пару вспоминок туда. Потом таймер подходит, и он может или кастануть, или чуть позже это сделать. И, соответственно, ты уже стоишь, тупо контролишь его. То есть суть интераптора как раз это вот, ну, сидеть и по большому счету это следить. И как раз вот только в окна поддамаживать боссом. Ладно, я пошел. Всем удачи. Ну, да. Спасибо. Добра. Спасибо. Всем спасибо. Счастливо. Спасибо, до свидания.